Чудесная погода сегодня, буквально неделю назад было солнце, плюс 10 градусов, а сегодня все кардинально изменилось. И угадайте, куда я иду. Помимо погоды, меня еще застала врасплох ситуация с отсутствием воды холодной и горячей. Еще одна интересная вещь. На колонке, на которую я сходил, не было воды. Ее попросту отключили. А я, так как я не бываю в тех краях, не знал об этом. Пришлось идти на другую. Хорошо, что я живу здесь всю жизнь, не знаю все ближайшие места. Но... косяк на косяке у меня что-то сегодня. Сделал это в церкви, там одинаково колонку мытье, я пошел в церковь. Теперь я веселый водовоз, только зубы не чистил.